Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, я фулстек-разработчик, в последнее время DevOps. И мне пришла в голову такая мысль, почему бы нам не заявить авторизацию и платный доступ к обычной, самой обычной реализационной базе данных. Любая база данных, которая собирается публично, например, Яндекс народная карта или даже Википедия, она живет за счет того, что пользователи сами что-то туда кладут. Чтобы мотивировать пользователей класть в эту базу больше контента, а также прикрутить механизм верификации этих данных, мы планируем использовать блокчейн для этого. В команде сейчас есть только я. Вот мне пришла эта идея буквально совсем недавно. Что планируется сделать? Поскольку идея простая достаточно, то мы планируем выпустить ассеты в тестовый вроде Waves и попробовать немножечко их списывать, когда мы логинимся в базу данных. Также мы планируем считать экономию. Кто требуется? Команда? Разработчики, дизайнеры, маркетологи, инвесторы, все желающие. Отличный состав. У вас получится, если получится.